Ой, признавайтесь, кто-нибудь когда-нибудь собирал всю коллекцию лягушек? Хей, всем привет, с вами Женя, и сегодня мы с вами попытаемся сделать то, что у меня не получалось ни разу, блин, за игру. Сегодня я попытаюсь собрать всю коллекцию лягушек, разобраться в том, как их скрещивать, как их разводить и что вообще с этим делать. Поэтому устраивайтесь поудобнее, берите свои квакобитры и поехали. Как вы видите, я уже готова, накрашена, специальные футболки для ловли лягушек. Обязательно нужно выспаться и поесть, потому что ловля лягушек будет занимать огромное количество сил, времени. Мои прогнозы по съемке этого ролика приблизительно в диапазоне от мы справимся за 15 минут до я фиг знает вообще, когда мы это сделаем и получится ли у нас. Я собираюсь выбрать все максимально зеленых цветах для того, чтобы мы сошли за своих. Как хорошо, что у нас есть фильтрация одежды по зеленому цвету. Я даже не знаю, что выбрать, потому что никогда в жизни я не пыталась прикинуться лягухой, но я сейчас попробую что-нибудь сообразить, чтобы это выглядело плюс-минус стильно и при этом было удобно. Боже мой, вы посмотрите, какие штаны. Они зеленые и в полосочку. Мне кажется, вот эта полосатая попа уже, в принципе, сходит за лягушачью. Максимально под прикрытием. Нет, вот, идеально. Боже, вы посмотрите, какой стиль. Мы выглядим как лягуха, с одной стороны. А с другой стороны, немножко как француженка, потому что лягушек мы будем с вами не только коллекционировать, но еще и жить мы с вами будем вот здесь, в моем мотеле в Oasis Springs. Я изучила информацию, большая часть лягушек находится именно тут. Обегаем с вами все районы Oasis Springs, посмотрим, что мы с вами можем найти, и начнем их уже скрещивать, точнее пытаться скрещивать, изучать систему размножения лягушек. Она вообще выглядит как местная. Следующий район, и здесь тоже есть такой кран. Я очень сильно надеюсь, что их как будто бы будет побольше. Что-то как-то Oasis нас с вами вообще не жалует на местечки для поиска лягушек. Я нарисовала себе такие воздушные замки, что лягушки будут просто прыгать мне в руки каждый раз, когда я буду появляться на районе. Но, видимо, Женя слишком много хочет. Мы нашли еще какую-то лягушку. Мне казалось, здесь где-то тоже можно лягуху найти. Вот. Здесь уже лучше. Здесь две штуки. Вы можете сказать мне, что можно копаться и в других городах тоже. Да, я согласна, но я изучила информацию. И большинство лягушек находится в Оазисе. Есть еще Виллоу Крики, то есть это же коллекция из базовой игры. Значит, всю коллекцию можно собрать только с помощью базовых городов. Так, есть еще один район, и я точно знаю, что лягухи где-то вот здесь спрятались. Мы в целом можем уже начать их размножать. Сейчас очень кратко попытаюсь вам объяснить принцип того, как вообще их нужно размножать, как я поняла. Почему ты постоянно играешь в видеоигры? Говорит человек, который снимает ролики по видеоиграм. Для того, чтобы размножать лягушек, нам нужно скрещивать тех лягушек, которые есть у нас по диагонали. То есть лесная лягушка с пятнами и лягушка с волнообразными узорами. Если мы их скрестим, то с вероятностью 25% мы получим лягушку с пятнами или песчаную лягушку с волнообразными полосками. Давайте попробуем это сделать и посмотрим, что у нас получается. Вот, леопардовая лягушка. Я, кажется, не тех с ней с теми скрестила. Нет, я все-таки тех с теми скрестила, но моя схема уже дала сбой. Появилась какая-то абсолютно другая лягуха, которую я не ожидала. Но у меня есть беспроигрышный вариант. Это центральный парк в Oasis Springs. Я точно знаю, что здесь можно найти, во-первых, вот тут лягуху, а во-вторых, с нашим 10-м уровнем механики мы наконец-то можем вломиться вот сюда, в забытый грот. Не зря мы с вами чинили холодильники, раковины и все, и же с ними. Еще одна лягушка с волнообразными узорами. В этом нет никакой проблемы, потому что избыточное количество лягушек понадобится нам для кое-чего очень интересного. Исследовать. Вот здесь я нифига не помню, как сюда нужно вламываться. Сейчас мы будем по методу научного тыка и по плану иди в самую жопу. Я обычно выбираю вот самый жопный вариант. Скорее всего, он ведет нас к забытому гроту либо какой-то скрытой локации. Я не понимаю. Нет. Дубль 3. Отправиться в грот. Да, отправиться с третьего раза. У меня здесь в забытом гроте есть такая построечка, в которой можно, если чего, поесть, попить, поспать на всякий случай. Но все еще продолжаю надеяться, что здесь есть несколько таких вот штучек, где их можно поискать. О, что-то новое. Лягушка сердца. Раз тут больше ничего нету, возвращаемся обратно тогда в парк. Вот здесь у нас есть вот такой прудик, где можно искать лягушек. Будем ловить их неограниченное количество времени, пока не устанем, потому что в целом это бездонная яма. Здесь лягушек можно попытаться поймать просто бесконечно количество. Женя не может поймать лягушку, она скользкая. Может, в следующий раз повезет. Тогда у меня есть план Б. Мы возвращаемся домой. О, лягушка бычий глаз. Нет, не возвращаемся домой. Не возвращаемся. Подожди, мы, значит, можем здесь ловить. Так, гипнотическая лягушка. Мы наловили достаточное количество лягух. Можно ли их размножать? Давайте посмотрим, что у нас имеется, и проверим еще раз нашу теорию. Нашу теорию. Это теория из интернета. Я предлагаю повторить наш финт ушами и попробовать опять скрестить тех же самых лягух и узнать, что же у нас получится. Игра, пожалуйста, не ломай мне ролик.
Я только что планировала тут все людям пояснить. Песчаная лягушка с волнообразными полосками. Ура, это работает. И так как у нас что-то не очень все хорошо выходит, я предлагаю вернуться в мотель и кое-что приготовить, что может нам помочь ловить лягушек гораздо эффективнее. Я тут вычитала, что для того, чтобы получить жаркое из лягушек, нам нужно с вами 7-й уровень навыка кулинарии и плита. Да. Ага, я заселила нас в мотель, в котором нет плиты. Да, почему я не удивлена? Почему я всегда сама создаю себе проблемы? Но, как вы уже поняли, я женщина нескромная и с велосипедом, поэтому я приехала в соседний район, в такую забегаловку на заправке, и тут точно есть плита. Я думаю, что нас пустят приготовить жаркое из лягушек. Жаркое из лягушек, любая лягушка, одна штука. Просто наглость, мое второе имя. Тут кафеха, людей обслуживают, кофе заваривают. Я дико извиняюсь, но вы не могли подвинуться, мне срочно нужно хавчик из лягушки. Просто идеальный посетитель кафе. Сама пришла со своими лягухами, сама приготовила. Никого больше жаркое из лягушек мы угощать не будем, потому что у нас всего одна порция. Сегодня я зажоплю лягуху. Ловкость амфибии, поедание жаркого из лягушки. Поймав и съев очень скользкую лягушку. Женя чувствует, как ее чувства и рефлексы обострились. Теперь ей с легкостью даются ловля лягушек, плавание и другая физическая активность. Прекрасно, метнемся быренько обратно в наш парк. Лягушки, дорогие мои, я надеюсь, вы не думали, что я от вас на этом отстала. Я очень сильно надеюсь, что это реально позволит нам ловить лягушек гораздо больше. Прямо сейчас, прямо здесь. Тем временем мы с вами поймали лягушку с пятнами, которую не смогли скрестить. Какое количество времени мне придется провести в этом болоте? Мне кажется, что меня уже здесь принимают не просто за свою, а за лягуху. Потому что я такого же цвета провожу в этом болоте просто нескончаемое количество времени. Как только начну квакать, картина просто сложится. Тем временем еще одна лягушка, древесная лягушка с пятнами. Я тут отвлекаюсь, чтобы помечать у себя шпаргалки, кого мы поймали, а кого нет, для того, чтобы мне было удобно для вас это визуализировать. Я очень внимательно веду подсчет всех пойманных рептилий. Или лягушка это земноводная. Кто сдал экзамен по биологии на 100 баллов? Земноводное животное. Лягушка это земноводная, забираю свои слова обратно. Я веду строгий учет всех пойманных мной земноводных. Так, еще кто-то новенький. Подожди, Жень, не уходи. Ну, Женя, видимо, ее вообще ничего не смущает, а тем временем мы поймали еще древесную лягушку с полосками. Я надеюсь, эта женщина абсолютно не против, что мы немножко вторгаемся в ее личное пространство, но, судя по бодрой походке Жени, ее вообще ничего не волнует. Ни ее личное пространство, ни лягушек, ни людей, которые отдыхали в кафе, ни людей, которые тут ловят рыбу. Когда я вижу цель, я не вижу препятствий. Ну что, после продолжительного нарушения личного пространства всех задействованных здесь персонажей, я поймала еще лягушку с полосками, и песчаную лягушку с полосками. Настало время размножения. Твою мать, как же вас много. Я не понимаю, как я... Ну что, я что, Вавилов, что ли? Я уже запуталась в лягухах. Как я понимаю, весь мой план только что пошел по звезде. Никого нового мы с вами не получили. Я продолжаю охоту. Баф нашего жаркого из лягушек уже закончился. Но я предлагаю продолжить, потому что в целом состояние хорошее, настроение тоже. Цель у нас есть, препятствий нету. Кроме вот этих вот непонятных людей, которые почему-то тут решили, что они могут ловить рыбу в моем пруду для лягушек. Блин, лягушки ускользают. Давайте тогда займемся, что ли, размножением. Размножать лягушек. Размножение лягушек — утомительный процесс. Попробуйте позднее. А сколько времени-то прошло? Прошло, наверное, часа полтора уже. Подождите, я думала, их можно размножать гораздо чаще. Я продолжаю нарушать чужое личное пространство, потому что баф от ловли лягушек у нас закончился. Мне нужно еще одно жаркое. Здесь также можно еще что-нибудь поискать. И как-то нужно на самом деле ускоряться. И если после этого игра забагует и заблокирует мне еще и это кафе, то я вообще ничему не удивлюсь, потому что после каждого раза, когда я вламываюсь с Женей на какой-то лот и творю там какую-то лютую дичь, этот лот блокируется, и мы не можем туда попасть. Если вы не в курсе, о чем я, то посмотрите весь наш летсплей с Женей Фриганом в Эвергрин Харбор, и вы поймете, о чем я говорю. Продолжаем пожирать земноводных на глазах у других людей. Я уверена, что вот эти прекрасные люди в офигенных аутфитах несколько в шоке, а возможно, может быть, они даже в приятном шоке, но здесь такое не подают. Если что, не беспокойтесь, это наше собственное нововведение, мы со своими лягухами свалим отсюда, лягушек вас никто не будет заставлять есть. Так, отправляемся на поиски, потому что баф получен, хоть лягушек земноводный пока нигде не видно. В смысле не видно? Я вижу, здесь есть этот кран, здесь должны быть лягухи. Ребята, вы не поняли. Блин, лягуха с пятнами, я что говорила, я, кажется, поняла, что у нас нет ни одной лягухи, типа баклажан. Песен про Ладу Седан здесь не будет, и это, наверное, очень плохо.
плохо, потому что ни одной баклажанной лягушки мы с вами не поймали. И мой ресерч в интернете говорит нам, что походу нам надо отправляться в единственный лот, где их можно поймать. Это Sylvan Glade Willow Creek. Sylvan Glade — это скрытая локация, в которую можно попасть вот из этого района. Я отправилась в крик кабана, и кажется, люди, которые живут в этом доме, немного напряглись, но я не к вам, я к вот этому прекрасному дереву. Если вдруг вы не знали, то здесь скрытая локация. Вот в это дерево нужно вломиться нещадно, но так как мы нарушаем личное пространство вообще всего мира Sims, то я думаю, дерево будет не против, на него нужно какое-то количество времени попялиться, потом полить, пообщаться, обсудить листья, грибы и так далее, и оно даст нам портал, в который мы провалимся и окажемся в очень странной, ярко-розовой локации, где также есть такое же озерцо с лягушками, где их можно вполне успешно ловить. О, отправиться в просвет! Да, Женя попадает в Sylvan Glade. Ура, я так радуюсь, как будто я собрала уже всю коллекцию. Пав заканчивается через 15 минут. Я надеюсь, что лягушки у нас в багаже не стухли. Лягушки, какое количество времени? 6 часов они еще годны. То есть мы накатим сейчас еще лягушачьего жаркого. Женя посреди какой-то волшебной локации хавает жаркое у лягушек. Жень, ты хотя бы не делала это прямо на глазах у сородичей. Я думаю, что это никак не поднимет тебе авторитет в их глазах. Но в борьбе за лягушачью коллекцию все средства хороши, поэтому не останавливаемся, забиваем очередь исканием лягушек, ускоряемся. Уже прошли сутки, как мы в отпуске лягушачьем. Грязевая лягуха. Прекрасно, размножать нам ее не придется. Но я все-таки ищу кого-нибудь, у кого в названии есть слово баклажан. Я буду орать, если мы сейчас еще просто здесь найдем баклажан. Да дайте хоть одного баклажана, умоляю. Баклажанная лягушка со спиральным узором. Спасибо баклажанным богам баклажанных лягушек. Это самая редкая из баклажанных лягушек. Может, мы тут еще кого-нибудь со словом баклажан сможем найти? Хотя бы парочку, чтобы было удобнее скрещивать. Вот я очень сильно хочу песчаную баклажанную лягушку с волнообразными полосками. Тогда, скрестив ее с леопардовой лягушкой, с вероятностью 50% мы с вами получим новую лягуху. Я понимаю, что я звучу как безумный ученый сейчас, но давайте сделаем скидку на то, что у нас сбор коллекции. Я прям чувствую себя Вавиловым, поэтому я надеюсь на ваше понимание. Женя уже воняет. Блин, это что, нужно отправляться обратно в мотель? Я вообще собиралась неистово 2 дня прям всех искать и размножать. Ну, давайте попробуем кого-нибудь размножить. Хочу получить лягушку-лист. Для этого скрестим грязевую лягушку и древесную лягушку с полосками. Я блюду, чтобы все правильно скрещивалось. Если оно мне сейчас выдаст что-то вообще не то, что мне нужно, то вы можете смело просто закрывать нафиг этот ролик, потому что та схема, которую я предполагала, ни к чему, походу, особо сильно-то и не приводит. Нет, никого нового у нас не появилось. Блин, размножение лягушек — утомительный процесс. Попробуйте позже. Я вот не понимаю, кто из нас за***ся, я или лягушки? Утомительный процесс, блин, для кого? Для меня или для земноводных? Я уже вот не могу щелкать на этот пруд. Меня немножко укачивает. Мне нужен хотя бы еще один баклажан. Пожалуйста, пруд, сжалься надо мной. Мне кажется, я заабьюзила просто пруд посреди скрытой локации. Пятнистая, баклажанная, лягушка, ядрен батон. Вообще, давайте делать ставки. Получится ли у меня собрать вообще всю коллекцию? Или я так уйду, не солоно хлебавши? У меня ни разу не получалось собрать коллекцию лягух, потому что я какие-то находила, какие-то продавала, в итоге просто забивала. И у меня оставалось там 3-4 лягушки в коллекции. И на этом обычно все заканчивалось. Нам сейчас с вами не хватает 6 земноводных. Фух, я собираюсь их добить. Ну или они добьют меня. 4 часа ночи. Я хотела сказать, что я надеюсь, что ничто не помешает мне ловить лягушек, но здесь какая-то женщина посреди ночи, видимо, она такая же одержимая, как и мы, Франциска Менес, молодая, ловит рыбу. Ну, мы сейчас, кстати, с ней пообщаемся, у нас хреновое общение, и прекрасно, что она есть, потому что за последнее время мы разговаривали только с земноводными и молились всем земноводным богам. Так, лягухи не против размножения, это значит, что я скрещиваю грязевую лягушку с мать ее древесной лягушкой с полосками в надежде наконец-то получить самую обычную. Еще раз все проверила, это оно. Да ну почему? Женя находит новый вид. Это, конечно, новый вид, но это не новый в нашей коллекции. Я все еще пытаюсь получить лягушку-лист, которая просто самая обыкновенная, которая, наверное, скорее всего, ловится проще всего. Но я не поймать, не получить ее скрещиванием не могу. Одержимая рыбной ловлей посреди ночи женщина ушла. Начали появляться какие-то люди, в 5:30 качаются. О, здравствуйте, давайте мы с ним поболтаем. Поговорим о кулинарии, правильно? Расскажи человеку, какое количество лягух ты зажарила за последние чуть больше суток. Обсудить изысканное блюдо. Я уже просто не знаю, как это комментировать. Возвращаемся к абьюзу и побегаем здесь еще по району. А я все еще надеюсь, что ты как бы заходишь куда-то, и где-то на тебя сваливаются все лягухи, блин, этого мира, какие только есть. Но, видимо, это так не работает.
работает, поэтому самое удобное это вот такие пруды, пруд в Сильвенглейд. Ну и по мелочи, если вы мимо пробегаете какого-то подобного крана, то можете там что-нибудь цепануть. Я вас поздравляю, друзья, товарищи, у нас еще начался дождь. Я очень сильно надеюсь, что это как-то поможет нам в ловле лягух, ну то есть их станет больше. Но планам моим это однозначно мешает, потому что настроение будет просто максимально отвратное. Блин, они еще и не хотят размножаться, дождь идет, не ловится никто. Я слышала какой-то приятный звук. Лягушка-лист, наконец-то! То есть у нас осталась большая часть именно баклажанных лягушек. Давайте отправимся тогда, наверное, в Сильвенглейд опять. Покошмарим там пруды, надеюсь, там дождя нету. Так, люди, спокойно, я опять не к вам, расслабьтесь, я к этому дереву, здесь никого кошмарить не собираюсь. Они опять не хотят размножаться, мне опять придется их ловить. Если я правильно помню, потому что снимаю я уже далеко не первый час, мне кажется, что я смогла получить размножением только два вида лягушек. И все, все остальные мы с вами нашли. А вот как-то с размножением, оно как-то можно почаще размножаться? Как часто можно скрещивать лягушек? Напоследок отмечу, что размножать лягушек можно раз в 3.5 часа одним персонажем. Дайте зверюшкам отдохнуть. Это зверюшкам отдохнуть надо или мне? Раз в 3.5 часа. Судя по крикам, у меня с болота. Они там вообще не против размножения. Они орут тут уже с начала мая. Размножаются просто нон-стоп 24/7. Их 3.5 часов у нас нет, надо быстрее, наш отпуск подходит к концу, я хочу собрать всех лягух. Женя находит лягушка с солнечными волнообразными полосками. О, лягушка с солнечными волнообразными полосками. Я слышу звук чего-то нового, полосатая баклажанная лягушка. Мне кажется, что мы прошли уже все стадии отрицания, гнева, торга и всего, чего только можно. Настроение внимательное, уверенное, лягушачье, теперь нейтральное. Это, чтобы вы понимали, идет только второй день поисков. Я уже прошла через все лягушачьи круги ада, но на самом деле я близка к цели, и, возможно, я даже ближе, чем я когда-либо была к сбору полной коллекции. Гроза, как я рада, спасибо, если я надеюсь, что меня здесь не убьет хотя бы молнией. Конечно, испуг, боязнь гроз. Зачем я в это писала? Мы выспались и хочется есть, а это значит что? Что здравствуй, кафеха, пока ты работаешь, я буду готовить здесь лягушачье рагу, потому что мое уже закончилось. Все заряжено лягушачьими деликатесами, Женя, отправляйся искать лягух. Я точно не предполагала, что мы сможем вот так просто взять и собрать всю коллекцию вот так по щелчку пальца за 15 минут, но я хочу высказать свое небольшое негодование прямо под северным сиянием в пустыне. Я как-то думала, если честно, что, ну, это будет как-то попроще. Я раньше размножала лягушек абсолютно бездумно и супер хаотично, и поэтому я думала, что если приложить к этому какую-то схему, я даже схему вот эту скачала, оформила красиво, чтобы вам было все понятно, чтобы вам все показать, как это работает, и вот я могу сказать, что походу это не очень сильно работает. Самый простой вариант собрать лягушек, это именно их искать и, может быть, иногда размножать совсем чуть-чуть, с очень маленькой вероятностью получить нужную тебе лягуху. Так, все, Женя в ужасе. Я, если честно, тоже. Отправимся в забытый грот. Боязнь тьмы. Вот так отправляешься в легкое лягушачье путешествие на пару дней, и в итоге у тебя боязнь гроз, комплекс неполноценности, еще и боязнь темноты. Отдохнули. Я думаю, что нам эта лачуга как раз пригодится. Она сейчас вроде как никем не занята, и здесь есть плита. Боже, здесь есть плита. Так что мы сейчас тут с вами заночуем в этой хибаре. Я уже начала переживать, что у нас заканчивается отпуск, но на последней стадии нашей карьеры мы работаем только 4 дня, и понедельник у нас тоже выходной, поэтому мы продолжаем с чистой совестью кошмарить лягушек, и даже не придется потратить ни единого дня отпуска, чтобы закончить данное мероприятие. Магия монтажа и некоторое количество моих нервных клеток перемещают нас опять в Сильвенглейд, поэтому я, уже не надеясь на генетику размножения и все вот эти схемы, буду ловить здесь их до победного, потому что у нас осталось совсем чуть-чуть времени, буквально сутки, нужно возвращаться обратно в Эвергрид Харбор. Кто-нибудь подскажет мне, с каких это пор у нас в игре появилась опция видеозвонка? Видеозвонок, например, с Эми. Мы можем с ней поболтать, это неплохо повышает нам общение. Я впервые вижу эту опцию у нас. Напишите, как давно это у нас вообще появилось. Видеозвонок, это, конечно, просто открытие сегодняшней серии. Даже не коллекция лягушек, а вот это тема с видеозвонками. Не, я добью эту коллекцию. Вы чего? Вы не поняли, на кого вы нарвались? Просто лягушки 0, Женя 1. Я без всей коллекции отсюда не уйду.
Ой, мы что-то нашли! Мы что-то нашли! Какая-то древесная лягушка с волнообразными полосками. Ура! Скрещивание привело к чему-то! Я просто так решила скрестить баклажанную лягушку со спиральным узором и лягушку-лист. На их стыке должна была получиться баклажанная лягушка, и наконец-то она у нас есть. Вот она, баклажанная лягуха, предмет моего стресса. Нам осталась, по факту, с вами одна редкая лягушка. Женя уже даже счастливой стала, вы понимаете? Она уже, мне кажется, просто дзен познала. В этом путешествии она уже даже счастливая стала. И я уже тоже счастлива, что мы в одной чертовой лягухе от этой коллекции, от того, чтобы получить вот эту досочку на стену, больше никогда, блин, в жизни этим не заниматься. Ничего себе! Неужели мы нашли последнюю лягуху? Песчаная баклажанная лягушка с волнообразными полосками. Как это возможно? Она же у нас уже есть. Я в шоке. Я в шоке, как это работает. Вот так выглядит полная коллекция лягушек. Ну что ж, на фоне умиротворенной, лежащей и рассматривающей небо Сильвенглейд Жени, я буду с вами прощаться, я буду сворачивать весь этот чертов эксперимент. Я хочу сказать первое, что я не понимаю, как происходило то, что лягушки, которые у нас уже были в коллекции, которые были у меня отмечены, находились заново и засчитывались заново. Возможно, это баг, возможно, это моя ошибка. Я не умаляю того варианта, что, скорее всего, я где-то ошиблась, скорее всего, я неправильно отметила, не тех с теми скрещивала. Но так или иначе, я очень рада, что этот эксперимент закончился. Я очень рада, что я собрала эту коллекцию. Я больше никогда не буду это делать. И хочу сказать вам, что если вы соберетесь когда-нибудь собирать коллекцию лягушек, обязательно запаситесь терпением. Наверное, целой жизнью своего Сима, потому что собрать эту коллекцию за 3 дня, как это пыталась сделать я за 3 Sims дня, это очень сложно. Это муторно, долго. Нужно постоянно заниматься этими лягушками, быть поглощенным процессом скрещивания и вообще отслеживанием всего этого добра. Но точно хочу сказать, что если вы захотите их скрещивать, скрещивать их лучше по той схеме, которую я вам представила. Это повышает хотя бы маломальски шансы того, что лягушки получатся те, которые вам нужны. Ссылку на статью, на полный список этих лягушек я оставлю вам в описании, если вы вдруг захотите повторить мой эксперимент, что я вам крайне не советую делать, поберегите свои нервы. Ну а я буду на этом с вами прощаться, жду вас в комментариях, обязательно напишите, как вам мое приключение, собирали ли вы когда-нибудь коллекцию лягушек, возможно, вы захотите, чтобы я пострадала и собрала еще какую-нибудь коллекцию, тоже напишите мне в комментариях. Ну и все, ставьте лайки, дизлайки. Мы с вами увидимся в каком-нибудь следующем ролике, но точно не со скрещиванием лягушек. Всем пока!